Мизулина ответила Оксимирону. Вчера Окси выпустил трек, где задиссил не только Скали Милану, но и высмеял Мизулину с ее лиги бесполезного интернета. Ответочка не заставила себя долго ждать, и наботокшенная Мизулина, еле двигая лицом, сказала, что это была лучшая реклама. Спасибо иноагенту за самый лучший пиар в истории. Лучше и не придумаешь. Лично мне кажется, что Мизулина — это одно из худших, что происходит с российской цензурой за последние годы. Ставь лайк, если против цензуры и Мизулиной.